Голубей оттуда перевозим сюда. Так, сколько выпустил? Троих. Сейчас, сколько выпустил? Троих. Троих, считай, по одному выпускай. Один белый, два серых. На, держи. Двоих даже, да? Так, считай. Это сколько будет? Четыре? Четыре, да. Один белый был. Ну, запоминай. Четыре. До этого 19 белых сюда перевезли. А ты еще тут одна. Ну-ка, она колодец, она звезда снята. Ну, иди. О, здравствуйте. Ну-ка, давай. Че ты сел-то? Я их тоже оттуда выколупал, не? А? Тоже выколупал первый раз, когда принес. Не вылазят оттуда. Не вылазят? Не. Уже. Так. Считай. 4. 5, 6. 6, да. Из них 7 белый. О, какой сизарь. Глянь, какой красавец. Ой. Вон они сидят, красавцы. О, с каким хохолком. Уходи. О, еще сизарь один. Видите? Еще один. 11. Ну, уперся. О, сколько их там уже сидит. Ну и все. Потом прочистить надо. 12? Да. 12 до 19. Это что получается? 31. 31 я добавил. А сколько тут было, я не считал. 19, то что белых, вы сказали. 19 и 2. И здесь 2 было, да. 21. 21, да. 21, а так и 10 не белых, да? Ну, 31, если. 11. Записать надо. Вон они где, глянь. Это они обыкнут. Набрать целую корзинку, там яйца, малыши, это все пропащие. По-другому никак. Никак. Им давать их, она даже не подлетает к ним уже, все. Второй тазик где-то надо будет поставить и под него то ли в ванну или что такое, чтобы вода не брызгала сюда. Угу. А это пшеница висит. Видишь, пусай, как? Да? Вот эта вот кормушка, она висит на проволоке. Но проволоку они не видят, чтобы они не ударились, а привязываешь палочку. Вот здесь пшеница. Вот это вот у меня пшеница, вот. Тюрики эти. И висит пшеница. Это Игорь Барабаш дает. Кого не Игорь Барабаш тут? А мышей нету здесь? Мышей. Полно мышей? Тут наверху, да? Конечно. Вы ничего нельзя сделать. А кошку не пускаете? Кошка ходила одна, она штук, наверное, 25 съела. Ого. Съела, мы нашли там матрас из пуха. Ну, я примерно так. Ну и кроме того... Так она кого съела, мышей или голубей? Голубей. А мышей не ловила? Откуда же я знаю? Она не докладывала. Она ела и ела их. Зимой-то не было, никто не знал этого. Батюшка говорит, кошка уходит, неделю нету, две нету. Приходит сытая, где она питается? Голубями. Я поставил сразу... 31, кажется, капкан или 21 здесь. И сразу поймал ее. Кошку, да? Батюшкину? Батюшкину. И она повесила, капкан туда вытащила и висела. И ногу не сломала ничего. Всю ночь висела на одной лапе. Мы ее кормили, тут ухаживали за ней. И опять она мылится. Сейчас Володя забил. Ходу нет. Никак нет. И отравлять-то траву нельзя, потому что когда-то отравляли. И у меня серая кошка была, очень ловливая там. И где-то, видать, старого мыша съела и сразу сдохла. Все. Никак. Выхода никакого нету. Только терпеть мышей этих. И ждать, когда они спустятся вниз. Здесь стараться меньше им давать корма. Или совсем не давать уже нельзя, потому что они все равно найдут. Вот. Ну, вот.
ящик. На что ты открываешься? Дверь-то вон где? Где? Вон дверь где. А, вон. Ясно. Ты не дошел. А тут смотри. Глянь сюда. Видишь? Четко. Как зашел, так 100 поклонов. Понятно. Сегодня уже некогда. Сильно куда идешь. Аккуратно так снимайся. Угу. Держись. За вторую лестницу держись. Здесь две лестницы. Давай. Так, Володенька. Держись. Смотри, не торопись. Так, закроешь? Да. Вот, я пошел к низу. Маша, ты что-то долго. Ты уже должна спать вовсю. Все ходит копошится. Так, меня собирайте. Так, все, Володя. Давай, давай. Ага, слава Христу.